кандидату биологических наук Лукьяненко пишут в Астрахань из Англии и Франции, Индии и Бразилии. Его работа интересует многих ученых. Владимир Иванович – ихтиолог. Вместе с сотрудниками научно-исследовательского института рыбного хозяйства он изучает жизнеспособность осетровых в условиях различной среды. Труды ученых помогут увеличить запасы ценных пород рыбы в Волге и Каспии.